В Екатеринбурге планируют открыть первый музей сувениров. Причем экспонаты начали собирать уже сейчас. Свой вклад в экспозицию может сделать любой желающий. В будущем музее будут рады любой памятной вещице, привезенной из путешествия. Принесла, то есть понюхали? Скажешь, что она пахнет морем. Первыми в этот музей попали плюшевые игрушки, привезенные с Олимпиады в Пекине. Принимают также магниты, открытки, духи и даже засушенные экзотические растения. Самое главное, чтобы вещи имели историю. Поэтому, сдавая сувенир в музей, владелец обязательно должен рассказать о своем экспонате. Посетитель увидит экспозицию только в следующем году в одном из залов краеведческого музея. На карте мира будет указано, откуда привезен тот или иной сувенир. Так что особенности других стран можно будет изучить, не покидая Екатеринбурга. Мы предлагаем принести сувениры в музей, дать своим сувенирам новую жизнь, где они получат приятную компанию. Потом вы сможете навестить их, увидеть в нашем музее.